Доброе утро, друзья. Папа успокаивает. Да. А мама все лежит под капельницами. She sleep? No, not sleep. Before words, whatever, so if someone call me, I am not wake up, but subscribe. You wake up. Meri duniya tu hi re. Доброе утро, друзья. Сегодня второй день после моего кесарева. И какая-то подпухшая, потому что, естественно, не спала нормально. Все время капельница бесконечно. И я жду врача. Мы проснулись в 4 часа утра, потому что Энджи захотела кушатки. Баби ее покормила. Ой, боже, как больно напрягать пресс. Вот, баба ее покормила, после этого уже так, мы дремали уже, ну я хоть чуть-чуть, хоть пару часов я поспала, у меня болит спина сильно, мне еще лежать больно, у меня лопатка болит. Вчера Рухи делал массаж, как-то я там поворачивала, сейчас тоже вот он вышел, я сейчас попрошу, чтобы тоже сделал массаж. Вот, ноги уже сгинаю, я уже не могу лежать, просто на одном месте, ну все болит. Я надеюсь, уже можно будет ходить. Мне, конечно, больно, но я хочу уже расхаживаться. Значит, сейчас у нас 5:40 утра. В 6 часов придет доктор, будет смотреть меня, проверять, слушать кишечник. И потом уже можно будет покушать что-то, попить хотя бы водички. У меня горло болит странно, хотя ну, ни трубок, ничего не было ну, во время операции. Все обычно было. Это ж не общий наркоз, а местный. Но горло чуть все равно хрипит, побаливает. Я думаю, это нормально после операции, так как много всяких там препаратов мне делают тоже, да. Плюс у меня сохнет во рту из-за того, что воду не пью. Мне кажется, вообще в Китай какую-то превратилась. У меня какие-то глаза мелкие стали. Ну, я думаю, это просто недосып от капельниц такого. Вот, глаза еще слезятся. Вот, такой у меня олененок там лежит. Пока что не могу вам показать личико. Настанет время, обязательно покажу. Ребятки, мне принесли водички чуть-чуть горячей, ну, теплой. Посадили меня. Ой, у меня такое страшно вообще за живот. До живота дотрагиваться. Сейчас мне малышку мне дадут, прям дадут на руки. Они рядом положат, потому что я уже практически сижу. Болит, конечно, еще все, но ничего, потихоньку. Опять капельницу сделали. Вот, сейчас принесут мое чудо. Ребятки, сейчас буду пробовать ходить. Сначала мне надо полностью сесть, а потом походить. Yeah.
Мне приготовили супчик в больничке. Сейчас опять меня руку будет кормить. Стоит под феном, чтобы он холоднее стал. Также к нам еще сегодня он заселилась какая-то женщина. Вот это доктор, который говорит на русском. Очень умный врач. Он тоже присутствовал на операции моей и его жена. Так, профи, сначала сам пробуй. Very good. What today happened with your hand? Cake, biscuit. What they put? What is it here? Dal? Dal. And? Canadilla. Ой, только же так заплакала, короче, они там пока мне инъекцию водили, что-то она там выпрыснула. Ну там не шла, в общем, препарат не шел. И я как дернулась, она там тоже что-то дернулась, все испугались в палате. И, короче, у меня тоже живот же заболел, естественно. И я, короче, он заплакал, меня тут все успокаивали. И вот сейчас принесла девочка сантиметр, думаю, вот моя подружка. It's for you too. I tell this is my friend. She is very good medical sister. She's every time help me. But when she came with this one, I'm very scary, really. And now we want check size of my baby. So yes, show me. Just I see. Okay. Now we will check, like, потому что здесь не проверяем. This side, green. Okay, we check both sides. Сейчас мы проверим с двух сторон, сколько рост ребеночка, потому что тут не проверили. И доктор еще удивился. Говорит, да, у вас проверяют? Я говорю, да. Вот. Моя подружка Пуджа меняет мне капельницу с одной руки на другую. Потому что вот это у меня воспаленное уже чуть-чуть. Очень много инъекций здесь было. Сейчас это не докапают там. Докапают там еще, блин, целый день она будет капать. Ой, господи. Теперь будет на этой руке, с этой стороны. Я, главное, чтобы я могла малышку держать. Боже, друзья, как приятно. Сейчас только что зашла девочка ко мне с мужем и с ребеночком. Русская. Я вообще не поняла, кто это. Я видела ее первый раз. Она говорит, это я тебе дала этих врачей, типа посоветовала. Я говорю, боже, спасибо большое, они пришли проведать меня и подарили такой букет цветов. Подарили такой букет цветов, мне так приятно, они такие красивые, просто. Малышка спит. Вообще очень пахнут с этими, с блесточками. Розы. Приятно. Спасибо огромное.
Это вообще такой приятный сюрприз, неожиданный. Мы с ней посидели, пообщались, это друзья этих врачей. У нее муж тоже врач, русскоговорящий. И они тут где-то будут ночевать, так что она хотя еще зайду к тебе. Спасибо еще раз огромное. Вот так приятно, мне принесли блинчики с медом. Врач сказал, позже можно. Ну, здесь вот автор сам тебя. Слышит музыку, и все, начинается вот эта индийская кровь просыпаться. Мэдам? Да. This is for you, мэдам. Thank you. Come. No, only chai now. Doctor, tell this after some time. If this is cold, this is not good. Doctor, tell after some time. Doctor, tell? So, till doctor tell, so eat chai. Chai, give me chai. Just put here. Мне снова наклеили тику, и также врач приходила. Я ей там задавала несколько вопросов, и она сказала, сейчас мне даст препарат, чтобы я завтра сходила в туалет, потому что я после тех проблем моих с кишечником тоже долго не была в туалете, еще и до операции. А это очень серьезно, чтобы перистальтика работала, нужно вовремя это все сделать. И вот сегодня я выпью сироп, она говорит, я не хочу тебе клизму ставить, я говорю, спасибо. И завтра должно уже все наладиться. Также мне завтра снимают катетер, то есть я в туалет по-маленькому тоже буду сама ходить. И следим сейчас за туалетом малышки, потому что пока она еще не сходила. Хотя сегодня я начала уже кормить грудью. Мне подсказали, как медсестры. И сначала такие первые ощущения были непонятные, но потом уже привыкла. Вот, друзья, такие новости. Так что всем спасибо за просмотр, спасибо огромное всем за ваши комментарии, пожелания. Всех люблю, обнимаю. До завтра.